Всем привет! Посылка Почты России. На этот раз не китайская. Запакована. А внутри Якут. Таким вот долом интересным. Клеймо принадлежит мастеру Николаю Елизову. И у ножа уже есть своя история. Я его второй раз получаю. Сталь Х12МФ. Рукоять стабилизированная горелка. Смотрите, какая. Ножны кожаные с деревянным вкладышем. Первый вариант входил полегче. Этот хорошо входит, как и просил. Спасибо, Николай. В общем, что было в первый раз с ножом? Я его получил. Прошло немного времени. У него... Ух ты, как туго сидит. Вообще отлично. У него по рукояти трещины пошли. Я вам фоточки вставлю. Посмотрите. Тут к мастеру вопросов нет. Скорее к тому, кто стабилизировал деревяху. Ну, нож очень симпатичный. Тут вот. Она текстурка. Как будто трещинка. Нет. В общем, что придираться. Нож за очень вменяемые деньги. Мне хотелось Якута в коллекцию. Тут случай подвернулся. Я решил его не упустить. Приобрел. Как бы особо о нем рассказывать нечего. Что тут? Ну, яйцо классическое, да? Собрано. Вот здесь фокус поймайся. На клинышке. Как положено. Николай делает ножи сам, ну, полностью. И кузню, и термичку, рукояти обрабатывает. Надо, чтобы хоть один был в коллекции, надо. Ну, тем более такой экземплярчик симпатичный. Что, может, попробуем чего-нибудь построгать? Ножинки в сторону. Для начала заточку. Припер веточку тополина. Будем пробовать. Сухая прям в хлам. Сейчас я тут насвинячу. Извини, друг, не специально.
жестко грызет. Рукоять довольно удобная. Может быть, чуть-чуть давит. Если надеть перчатку, будет в самый раз. Так, ради интереса сравним с вечной классикой Мора классическая номер 2. Мура рукоять тоньше, наминает подушечку вот тут. Ну а режет она не хуже. Это углеродка. Так, давайте складнем попробуем. Теперь снова якутом. Характеристики на экран выведу. Посмотрите. К нему привыкать надо. Специфическая геометрия. Режет он неплохо. За счет того, что у него объемная рукоять, хорошо ложится в руку. Но к геометрии надо привыкать. Давайте еще разочек после реза деревяхи. Деревяха, правда, не самая показательная была. Ничего не изменилось. Блин, я не знаю, что про него говорить. Красивый нож, красивая рукоять, красивый клинок. Если кому понравилось, можете к Николаю обратиться. Я думаю, он вам не откажет. Со мной ему пришлось потерпеть немножко. Ездил туда-сюда ножиком, переделывали его. Ну, молодец. Молодец, хорошо вышел из ситуации. Не стал спорить там, как кто-нибудь бы решил сделать. Просто переделал. Тем более, что это не мой косяк абсолютно.
Ладно. Хватит. Что затягивает-то? А, ну давайте ножны поближе покажу. Одинарная строчка. Свободный подвес. Ну тут все просто. Ну ладно. Внутри деревянный вкладыш. Вот и весь рассказ на сегодня. Кому видео понравилось, ставьте палец вверх, кому не понравилось — вниз. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока!